первое выступление в Кремлевском дворце. Супер. Раз, два, три. Победители конкурса автора. Обзор на Кремлевскую столовую. Пойдем смотреть, что есть. Чизкейк хорош. Всем привет. На связи группа Нитидила, и сегодня наше первое выступление в Кремлевском дворце. Сегодня нас пригласили выступить на Дне Учителя. Это потрясающий праздник, и мы поздравляем всех учителей своей песней, которую мы сегодня написали, и будем ее петь вместе с хором детей. Это будет на самом деле потрясающий опыт. Мы впервые выступаем в Кремлевском дворце, мы впервые увидели башню в Кремлевском дворце с обратной стороны. Удивительные вещи, сам дворец, конечно, очень красивый. Мы еще не были на сцене, мы записываем это все в гримерке, вот мы находимся. Вот. И хочется поделиться еще кадрами того, как происходила запись этой песни. Вы могли повернуться на микрофон? Конечно. Каждый жизни важен. Говорю. Ага. Нам горы по колено. Че, я могу идти? Да. То есть мы будем петь лид вокал, а дети будут спрыгивать и подпевать. Егор? Верничка? Выше. Соня? Супер. Раз, два, три. Три. Нам горы по колено. Немножко. Зато с душой. Из года в год взрослеем, будущее держим в руках. Нет. Ты сможешь сообразить? Да. Нормально это? Да. Да. Супер. Так. А теперь давайте все это веселее и вот такие. Мы горы по колено, весь мир у наших ног, мечты наши мгновенно. Чуть-чуть тенденция, я не вижу. Да, вот за нами уже пришли. Все, мы идем? Идем? Да. Мы пошли. Все, мы пошли. Пятачок. На сцене победители конкурса автора Диляра Хайруллина и Николай Чебанов и воспитанники музыкальной академии «Утренняя звезда». Отлично. Давайте в темп идем. Стоп. Музыка, стоп. Они должны дойти. Давайте на выход еще раз. И выходим в темпе, пожалуйста. Нет, не кучить, нет. Вы повернулись вот так. Выходим за кулисы. Вспоминайте, пожалуйста, как было. Давайте «Утренняя звезда». Нам горы по колено, без мира в наших ног, мечты наши мгновенно, мы исполним без всяких ног. Так, прямое включение. Диляра уже накрасилась. Мы идем, сзади уже люди заходят. Так, обзор на Кремлевскую столовую. Пойдем смотреть, что есть. Короче, вот вам показываем кремлевские десерты. Посмотрите. Посмотрите на цены. 55 рублей, 75 рублей, 55 рублей. Красиво. Вот это я понимаю уровень. Вот что это такое? Мне вот это нравится с лимоном. Я попробую вот такую, наверное, штуку. Я уже хочу. Сейчас попробую. Где это? Туристическое кафе. Боже мой, мы с тобой что, артисты? Мы взяли наши обеды, у меня чай, лимонник, у Коли там что-то. Это чизкейк, это тирольский. Кампучини покрепче. Пробую, я попробовала свой, очень вкусно. Я еще не пробовала. Чизкейк хорош. Да? Молодцы. Кремль молодцы. 5 звезд. Я смотрел на него так долго. Вкусно? Очень приятно, как и пить. У нас сейчас до выхода на сцену 2,5 часа. Так что мы просто сидим и пьем кофе. Какая красота у нас за сценой. Это ты, а это я. А это «Утренняя звезда». Все. Спасибо. Спасибо.
Московской музыкальной академии «Утренняя звезда». Знаете, хочется, пользуясь случаем, наверное, быстренько, коротенько. Обязательно. Коротенько поздравить школу номер 26, село Краснокумское, Ставропольский край, всех моих учителей, всех педагогов, которые когда-либо нам помогали на нашем пути. Школа номер 1, набережные Челны, Татарстан, спасибо большое. Спасибо огромное, спасибо. Всех с праздником, всех поздравляем. Все, ребята, мы все сделали. Было все круто. Просто спасибо сказка. Большое. Мы кайфанули, все кайфанули, всем спасибо.